А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любой удобной для вас социальной сети. Все ссылки, как всегда, в описании. Пятого июля произошла большая авария на водоводе на Антонова-Овсиенко, в результате чего упало давление в трубах на Московском проспекте, бульваре Победы, улице Владимира Невского, генерала Лизюкова и, собственно, Антонова-Овсиенко. На время устранения аварии администрация города организовала подвоз питьевой и технической воды. Устранить аварию удалось только к вечеру 7 июля. А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любой удобной для вас социальной сети. Все ссылки, как всегда, в описании. Берегите себя и до скорых встреч на канале Ray History Channel. И на этом сегодня все. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить больше новостей. А также поставьте лайк этому видео. Приятных вам выходных, воронежцы, и до встречи на следующей неделе.